Косметический ремонт в доме 15 по бульвару Любы Новоселовой завершен. В подъездах отремонтировали козырьки, покрасили входные двери и установили вторые, внутренние. Уложили новую плитку при входе, оконные блоки заменили на пластиковые. Радуют глаз новенькие почтовые ящики, свежее покрытие перил, потолков и стен. Цвет стен мне нравится очень, потому что раньше был такой грязный зеленый, а сейчас такое все светленькое. Потом нам поставили датчики, ну вот эти вот датчики света. Ну, тоже нормально, современно, но не сказала бы, что прям очень удобно. Потолок нам заделали, там была такая чекущая дыра. А в четвертом подъезде дома стены первого этажа и пролета между первым и вторым оформили в духе кубизма. И еще на стене появился огромный цветок лотоса в стиле популярного сегодня стрит-арта. Один из жителей подошел к нам и сказал, я хотел бы сделать что-то такое неординарное в нашем подъезде, чтобы было красиво, чтобы можно было там пригласить родственников. Мы пошли навстречу ему, согласовали вот этот эскиз, житель сказал «да». Ну и воплотили это все в жизнь. Работники управляющей организации из ремонтно-строительной группы своими силами воплотили эскиз в жизнь, в том числе и цветок. Художник занимался изобразительным искусством в детстве. Сейчас оттачивает свои навыки. Сможет украсить и другие подъезды. Здесь мы отталкиваемся от того, что хочет житель нашего подъезда. Перед тем, как зайти на проведение ремонта, мы согласовываем эти виды. Краску стен и так далее и тому подобное. Поэтому, если жители захотят, чтобы у них в подъезде было вот так же, либо какой-то другой рисунок. Поэтому, конечно же, управляющая компания пойдет навстречу и сделает им. Пока подобных инициатив от жителей первых трех подъездов 15-го дома не было. Там сделан обычный косметический ремонт. Но управляющая организация открыта для предложений. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».